Ну что, дождались? Мы знаем, что вы всю неделю не выпускали из рук джойстики. И поэтому приготовили для вас 5 новых игр. Это Swordmaster для Dendy. Нулевой допуск для Sega. И 3 игры для Super Nintendo. FIFA 96, Mortal Kombat 3 и Земляной червяк Джим 2. I love you and it feels so good. А сейчас, дорогие мои маленькие друзья, я расскажу вам сказку. Не очень длинную, а так, маленькую сказочку. Жил да был обычный земляной червяк. И звали его Джим. Правильно. Так вот, однажды попал к нему суперкостюм. И превратился наш Джим из безобидного червячка в отважного супергероя. А дальше? А дальше вставляй картридж, и ты увидишь, что случилось с червяком Джимом во второй части его приключений. Началось все так. Развлекал как-то Джим симпатичных девочек игрой на гармошке. Вдруг, откуда ни возьмись, появился синемордый мерзавец. Постучал по плечу нашего героя и спрятался. Пока Джим соображал, что произошло, схватил синемордый девочек и был таков. Тут-то и начались все неприятности. Как видите, предыстория игры «Земляной червяк Джим. Часть вторая» не богата. Скорее всего, авторы решили, что она и так хороша, и, наверное, были правы. Где только не придется побывать земляному супергерою, какими делами не заниматься. Это и перетаскивание коров и свиней, ловля веслоухих щенков, путешествие по кишечно-желудочному тракту некого существа, питающегося пинбольными аппаратами. А как насчет поездки по перилам лестницы под градом падающих старушек и звуки шотландской волынки? Графика игры выше всяких похвал, а о музыке отдельный разговор. Путешествие Джима происходит под самой неожиданной мелодией. То вдруг классическая фортепианная фуга Баха, а то настоящий тяжелый рок. Если собрать эту музыку и записать на кассету, получится настоящий саундтрек. А вот и наши свинки. Увидев их, сразу прыгай в загон. Нажимай клавишу вниз и тащи свое розовое сокровище. Оно обязательно понадобится. Джим может найти уйму различных видов оружия, начиная от трехствольного пулемета до установки с управляемыми ракетами. А на этом уровне самое главное – не упустить бомбу, иначе щенков можно ловить вечно. Пусть хоть все лопоухие бесенята разобьются в зеленые лужи, а бомбу нужно достать по назначению. Игра «Земляной червяк Джим. Часть вторая», на мой взгляд, одна из самых лучших игр года. Картриджи с ней продаются в фирменных магазинах Dendy. Да здравствуй, червяк Джим! Долой рыбалку! Нет проливным дождям! И вступайте в общество защиты земляных червяков! I love you and it feels so good. Давным-давно жили на земле добрые и смелые люди. Были они сильными и выносливыми, а самым любимым их оружием был двуручный меч. Даже в те старые добрые времена обойтись без хорошего оружия было трудно, зла и тогда хватало. А боролись с ним самые благородные и бесстрашные рыцари и называли их мастерами меча. Вам нравятся книги об отважном кемерийце Конане? Это вы зачитывали знаменитой трилогии Толкина «Властелин колец»? Тогда игра «Мастер меча» сделана для вас. Здесь есть все атрибуты настоящего рыцарского романа. Злые колдуны и их прислужники, таинственные леса и огромные замки. Цель игры так благородна, что аж дух захватывает.
освободить свою страну от козни прислужников тьмы – вот задача для настоящего воина. Именно воина, потому что основной инструмент его – не переговоры, а огромный двуручный меч. По-другому и не получится. Хотел бы я посмотреть, как ты попытаешься поговорить с дикими злобными птицами и волками. А как насчет вооруженного не меньшим, чем у тебя мечом скелета? Говорить с тобой он явно не намерен. Скелет — серьезный противник. Легкий, маневренный. Если и не мастер меча, то во всяком случае подмастерье. Не оставляйте без внимания индикатор уровня жизни вашего героя, расположенный в верхней части экрана. Если из убитого врага выскочила небольшая колба с подозрительной жидкостью, честно говоря, даже боюсь предположить, что в ней находится. Так вот, такие колбы увеличивают жизненный уровень. А это очень полезно. Он уменьшается прямо на глазах. Даже захудалый скелетик, не говоря уж о монстре, вооруженном дубиной, может искалечить нашего героя. Отвлекаться нельзя. Хочешь жить — умей сражаться. Да, головы рубить, не дрова колоть. Здесь сноровка нужна... Семен! Да я пошутил. I love you and it feels so good. Пам-пам-пам-пам-пара-пара-пара-пам-пам-пам-пам. Ты знаешь мелодию? Нет. Это же футбольный гимн. Сегодня у нас большой футбол. Международная федерация футбола представляет FIFA 96. Что, едем в Лужники? Нет, совсем не обязательно. У нас же есть картридж. EA Sports. It's in the game. FIFA 96 – настоящий подарок для любителей футбола. Все максимально приближено к действительности. Даже имена реально существующих игроков. В меню вам предоставляется возможность настроить параметры игры. Продолжительность периода, режимы офсайта и штрафных ударов. Ну что, Семен, сыграем товарищескую встречу? Конечно. За кого будешь играть? Конечно, за сборную Бразилии. А, ну ты выбрал самую сильную команду. Ты знаешь, тебе это не поможет. Я буду играть за сборную Италии. Мои игроки в синей форме. Я тебе сейчас покажу, что такое большой футбол. Ну, вратарь, готовься к бою. Это твоему вратарю надо готовиться. У него будет много работы. Самое главное – перехватить инициативу в начале игры. Тогда победа обеспечена. Смотри, ты видел, какой удар? Гол! Но бразильцы не сдаются. Сейчас ты почувствуешь на себе всю мощь латиноамериканского футбола. Да брось ты свой латиноамериканский футбол. Я знаю, ничего особенного. Неплохая атака. Атака хороша, когда она результативная, понимаешь? Тебе повезло с вратарем просто. Ну ничего, сейчас я найду ключ к твоим воротам. Итальянские мастера футбола не такие орехи раскалывали. Нужно играть в пас, понимаешь? Гол! Андрей, по-моему, это полный разгром. Вива Италия! Видел я вашу Италию. Сапог сапогом, ничего больше. Сейчас отыграемся. А вот и 3-0. Что я говорил? Пали бразильцы под натиском итальянцев. Ты знаешь, я не хочу заканчивать наш товарищеский матч в сухую. Если ты сам не можешь забить гол в мои ворота, я это сделаю сейчас за тебя. Вот, пожалуйста, гол в свои ворота. Доволен? Ничего, не обольщайся этой победой. Я буду тренироваться, и в следующий раз тебе не выстоять. Но это мы посмотрим еще. О, кажется, я сломал ногу, и на следующую игру меня оставят на скамейке запасных. Такова спортивная жизнь. Да. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, первым делом по магазинам. Магазины Дэнди, Красная Пресня 34, Петровка 12 и переход метро Театральная, ГУМ. I love you and it feels so good. Скажи, у тебя есть допуск? У меня есть нулевой допуск,
Это гораздо интереснее. Да я не в том смысле. Я тоже не в том. Тогда зеро толеранс. Допуск ноль. Спецподразделение в составе 5 человек должно полностью очистить космическую станцию от вражеского присутствия. Капитан Сатоя Иши, майор Томас Джероб, майор Тони Рамос, майор Джастин Вульф. Каждый член истребительной команды обладает своими специфическими знаниями и способностями. В начале игры можно выбрать одного из персонажей. Если он погиб, выбирайте следующего, пока не кончится. Ну а если кончились, сам виноват. Но не отчаивайтесь, в игре предусмотрена система паролей. Чтобы получить его при выходе на следующий уровень, нужно уничтожить 100% всех врагов. Так что торопиться в нулевом допуске не следует. Внимательно изучайте карту и схемы передвижения лифтов. Нередко попадаются секретные этажи, не попав на которые, можно и не надеяться получить пароль. Очень радует звуковое сопровождение. Оружие стреляет с оглушительным грохотом. Враги умирают в стонах и криках, оставляя кровавые следы на стенах лабиринтов. А все сообщения дублируются приятным женским голосом. Врагов на уровнях очень много. Солдаты противников, ужасные пауки, бегающие по стенам, мухообразные люди и прочая нежить. Но, как водится, в помещении станции в беспорядке разбросаны медицинские аптечки, различное вооружение и патроны к ним. Оружия очень много, но, к сожалению, каждый из героев может нести только 5 видов оружия и специальных предметов. Нулевой допуск – это трехмерный динамический боевик. Счастливые владельцы персональных компьютеров уже давно играют в такие игры. Ничего подобного на Сеге еще не было. И назвать эту первую попытку неудачной – значит погрешить против истины. Вот поиграешь в такую игрушку, и кажется, что жизнь прошла не зря. Главное, чтобы врагов в ней было ноль. I love you and it feels so good. Уже почти забылся жестокий турнир Mortal Kombat 1. Да, отгремели кровопролитные поединки Mortal Kombat 2. Безоблачное небо засияло над нашим миром, и казалось, вот она победа. Ну вот тут-то и разразился настоящий бой. Смертельный бой. Он трудный самый. Mortal Kombat 3. Ты выбран в качестве представителя Земли в Mortal Kombat 3. Гордись. В игре очень много новых персонажей, не участвовавших в первых двух турнирах. Один из них — Шива. Это ужасное четырехрукое существо, наверное, младшая сестра самого Гора. Шива — личный телохранитель королевы Сайндер, верной сторонницы императора Шао Хана. Только благодаря мистическим способностям королевы Шао Хану удалось осуществить давнюю мечту — вторжение на Землю. Шива — мой любимый боец. Кабал, хоть и новичок, но не самый слабый из участников турнира. Одно то, что он выжил после атаки полчищ Шао Хана, говорит о многом. Я рассчитывал победить, но мне не удалось. Не расстраивайся. Шива трудный соперник, и ее тяжело победить. Теперь я играю за Сайреса, кибернетического ниндзя. Сайрес — идеальная машина-убийца, одна из трех созданных кланом Линкью. Как и у двух других, его основная цель — устранение Саб-Зира, бывшего члена клана. Этому ужасному Сайрексу противостоит красавица Соня Блейд. Женственная, но от этого не менее опасная, чем другие здоровяки-костоломы. Сеть хищников — секретное оружие Сайрекса. Ну хватит, в конце концов, остановись! На то он и есть смертельный бой. А как тебе коронный захват, Соня, а? А вот и во второй раз. Не слабо. Ох, какая атака! Вот она, победа! Не может быть! Ха! Нельзя расслабляться в Mortal Kombat! Ну что ж, попробую взять Саб-Зиро, ледяного ниндзя. Мой любимец Кабал одолеет его. Не торопись. То, что Саб-Зиро открыл лицо, еще не значит, что он открыт для твоих ударов.
wins round two. Fight! Ух ты! Красивый момент! Одновременная магическая атака, вертящиеся шипы Кабала. Ледяной душ Саб-Зиро! Без знания нет силы. Вот девиз Mortal Kombat 3. И это действительно так. Только познав все тонкости и тайны управления персонажами игры, можно надеяться на победу над императором Шао Ханом. Вооружиться удобно лежащим на ладони джойстиком и встретиться лицом к лицу с новой напастью и новыми врагами. Вот удел настоящего мужчины, прошедшего огненными дорогами Mortal Kombat 1 и 2. Вот он какой, Mortal Kombat 3. А что же сказать напоследок? Да пребудет с вами сила и мудрость древних воинов. Хаджиме. Журнал «Дэнди. Новая реальность» – путеводитель по играм. Это как энциклопедия, где нужен каждый том. Ты же не знаешь, какой картридж купишь завтра. 3 тома у меня уже есть. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов. Настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо – это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах «Дэнди» по всей стране. Совершенно игровая система. Фанаты видеоигр и просто любители. Страна должна знать своих героев. Впервые в России фирма «Дэнди» проводит открытый чемпионат по игре «Killer Instinct» для Super Nintendo. Принять участие в чемпионате может каждый, умеющий держать в руках джойстик и знающий игру «Killer Instinct». Возраст участников не ограничен. Для участия в чемпионате необходимо записаться лично, подъехав в магазин «Дэнди» на Красной Пресне 34, в срок с 17 по 22 марта. После указанного срока заявки на участие приниматься не будут. Чемпионат проводится с 24 по 29 марта 1996 года. 30 марта – финальные игры. Суперфинал 31 марта. Условия чемпионата. Первый этап – отборочные соревнования. Каждый участник перед началом соревнований регистрируется и выбирает постоянный персонаж, которым он будет играть до окончания чемпионата. Соревнующиеся получают личные карточки участников. Далее формируются группы из одинаковых воинов, то есть все спайналы, все фулгары и так далее, отдельно в своей группе. Каждый участник заранее оповещается о времени и месте поединка. После жеребьевки в каждой из групп будут проводиться отборочные соревнования. Бои проходят по кубковой системе на вылет до 2 побед. Из каждой группы в финал попадает только победитель. Второй этап – финал. 10 финалистов приступают к завершающей стадии чемпионата. Поединки проводятся по схеме каждый с каждым до 3 побед. В результате выявляется 4 суперфиналистов. Третий этап – суперфинал. В суперфинале 4 победителей играют между собой по схеме. Первое место с 4-м, второе место с 3-м. До 5 побед. Затем между оставшимися 2 участниками проводится финальный поединок до 7 побед, в результате которого выявляется чемпион. Об играх суперфинала мы расскажем в наших передачах. Главный приз за победу на чемпионате – Panasonic 3DO SZ-10. Занявший 3-е и 4-е место – Game Boy. 2-е место – приставку Super Nintendo. Может, кто-то не понял, что делать дальше? Как что? Тренироваться? Дома или в магазинах «Дэнди» на игровых автоматах? А если еще есть обладатели Super Nintendo, не имеющие «Killer Instinct»? Нужно срочно его купить в тех же магазинах «Дэнди». Еще есть время стать чемпионом.